Телефонные мошенники изобретательны. Они постоянно придумывают новые способы похищения денег у доверчивых граждан. С начала текущего года в отделе полиции Армавира зарегистрировано 242 заявления о дистанционном мошенничестве. Правоохранители ежедневно проводят профилактические акции и предупреждают граждан об уловках обманщиков. Чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками безопасности банковских учреждений или правоохранительных структур, заявляя при этом гражданам, что с их банковскими счетами происходят подозрительные операции и предлагают свою помощь в списании денежных средств и переводе их на якобы безопасные счета. Полицейские настоятельно рекомендуют в подобных случаях сразу прервать разговор и лично обратиться в ближайший офис своего банка. Там можно получить достоверную информацию о своих счетах. Нельзя совершать операции по совету телефонного собеседника. Недавно так поступила 63-летняя жительница Армавира и лишилась почти 4 миллионов рублей. Перед этим ей позвонили злоумышленники, представились сотрудниками правоохранительных структур, сказали, что с ее счетами происходят сомнительные операции, поэтому, чтобы их обезопасить и сохранить, эти денежные средства, ей необходимо перевести деньги на безопасные счета. Женщине позвонили с номера, указанного на сайте Федеральной службы безопасности, поэтому она прониклась доверием. Однако злоумышленники постоянно используют подменные номера. Увидев номер прокуратуры, полиции или своего банка, люди верят мошенникам и выполняют их указания. Женщина в банке обналичила свои денежные средства и затем в течение нескольких дней подходила к банкоматам в разных районах города и по указаниям телефонных мошенников переводила свои деньги на так называемые безопасные счета. В итоге деньги оказались похищенными. Причем во время получения наличных сотрудники банка спросили у потерпевшей, не звонили ли ей мошенники. Но женщина не призналась, а сообщила, будто хочет купить квартиру. Практически все жертвы мошенников слышали о случаях обмана людей, но в своей ситуации забывают об этом и верят обманщикам. Полицейские Армавира еще раз просят горожан быть бдительными. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.